Здравствуйте всем, дорогие телезрители, с вами Стокер, и сейчас я на Samsung Galaxy Giro покажу игру, которая называется Pinball Pro. Ну, вы знаете все игру Pinball, играли на компьютере, и вот она есть на смартфоне. Тут три, можно так сказать, карты с разными немного сложностями. Так, вот первая, вторая, третья и так. И давайте все по порядку и посмотрим. Вот здесь вот у нас шарик, мы его делаем, и он у нас пошел, и мы пошли играть. За каждую штуку дается баллы. Ой, у меня шарик упал. Просто я в камеру смотрел, надо смотреть на телефон лучше. У нас там за окном что-то петарды какие-то взрывают, не знаю, салюты. В общем, мне эта игра понравилась, я в нее частенько играю. Ну, не в этот уровень, а в третий. Блин, никак не дойду до туда, куда мне надо. Блин, а... У меня уже 4000 очков. 4200. Так, мы не будем зацикливаться на это. У нас еще просто три. Ой, то есть две, извините. Карты вот следующие. Вот здесь вот, если вы вот здесь вот, я не помню, либо здесь открываете, то вот здесь вот, где крутится, появляются такие, как алмазики. И вы их собираете, и вам даются дополнительные очки какие-то там. Я вам больше расскажу про свою любимую карту. Ладно, не будем на этой зацикливаться, расскажу вам, я вам лучше про свою любимую парам-парам. Вот здесь вот, как вы видите, все крутится. Если вы попадаете на есть черепа, если вы сейчас увидите, вот они, вот крутятся черепа, вон еще череп, то у вас отнимаются ваши очки. Если у вас их мало все, если много, то половина. Ну давайте, поехали. Уже 200 очков я набрал. Вот там пишется 200. А если вы... Вот здесь 100, может быть 1000 даже. Ну, сколько вы сможете, столько и наберете. Так. А если звездочка много раз, то вам там тоже добавляются. Или если сердечко, то тоже добавляются. Большинство у меня попадались больше этого... Вот опять, блин, попалось это. Блин, не могу я. Когда этот череп попадается, а когда особенно три, в половину урезаются очки. Мне это так бесит. Ну, в общем, все, вы поняли, что это за игра. Это и игра Pinball Pro. Также она есть в маркете, можете ее скачать. Все. С вами был Стокер. Не забывайте подписываться в группу. Подписываться также на мой канал, ставить лайки, без лайков не надо, и писать комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем пока!